Так, а у меня что-то с голосом. Достала два пакетика на завтра. Это мякоть, а это что-то для супа. Косточки. Вот сама не знаю, что у меня с голосом. Сейчас чего-то молчала. А потом как заговорила, а голоса нет. Причем ничего не болит. Сейчас пойду детям стелиться. Марго у нас осталась, будет у нас ночевать. Все? Спать? Да. Так, мама, ложись хорошо, укрывайся, я вас поцелую. А я все хорошо, я уже укрылся. Все? А дай вам мамины новые ногти. Поставьте же все лайки. Не поставьте! Мне поставьте все подписчики, лайки. Да? У мамы реально вот какие ногти. Я видела. А, какие красивые. Поставьте там... моей маме лайк, у нее много-много видео да, интересных для вас. Ребята, смотрите, вот они бриллиантовые. Вот он тоже бриллиантовый. Все, спокойной ночи. Все подписчики, подписывайтесь на канал Путарянка. Все подписчики, подписывайтесь на канал Маргарита Степановна. Доброе утро. Экстренные сборы к стоматологу. Гриша сейчас на консультацию к стоматологу. Вот. Так что быстро всех подняла. Сейчас сушу голову и поедем. Давай я подними. Давай собираться. Ну как тебе спалось? Хорошо? Все собираются. Давайте, поехали. Да, и снимаю. Ара. Алалайла. Гриша, не шуми. Как маленький ребенок. Так, едем домой. Вырвали нашему любимому мальчику еще другому уже Григорию. Два зубчика. Тогда, да. Ребенок в шоке. Потому что это должна быть только консультация, но там все пофотографировали зубы, все показали. Вот там две такие дырочки были в зубах. Один уже будет скоро расти, а другой чуть попозже. И записали нас еще на консультацию к ортодонту. Пойдем в четверг в 6 часов с Гришей. Так, у меня сейчас заехали в магазин с детками после стоматолога. Купила помидоры и огурцы. Огурцы 230 рублей. Я 4 штучки. И помидоры 210. Вот. Что еще? Гришка вместо пятницы. Ну, в общем, у них сегодня пятница. В субботу в обед. Пельмени выбрал Григорий. И что еще? В общем-то, хлеб еще купила. И капусточку для борща. Сейчас быстренько сварю на обед борщик. Я готовлю пельмешки сейчас детям покушать. Здесь уже процедила бульончик вот свиной. Пока мы ездили, в общем-то, у меня варился бульон. Пока мы ездили к стоматологу, здесь уже картошечка, будет сейчас борщ. Мам, приготовила куда пельмени. А пельмени уже готовы? Ну вот, почти уже закипают. Еще ну, они что, уже всплыли. Ну да, минут так 5, ну и что, там же мяско еще должно приготовиться. Так, здесь буду сюда пельмешки выкладывать. Это еще для борща. Сейчас буду резать. Мы все едим резанное с соломкой. Ну, то есть картошку я достаточно крупно режу. А вот это все с соломкой и лук кубиками. Зажарку не делаю. И добавлю еще сюда мясо. Потом уже в конце вот свинина на косточке у меня бульон. Решила я все-таки сделать, что зажарочку, лук, морковка. Сейчас еще сюда вот свеклу тоже порезала соломкой. И сейчас все это будет здесь жениться с томатиком, с домашним. Здесь картошечка уже тушится. Только я с тобою, эй, а ты со мною, эй, а ты со мною, эй. А ты со мною. Может, Антоша еще на пение записать? А, нет.
Нет, я хочу на пианино. На пианино? Меня никак мама не запишет. Ну, потому что нужно же купить сначала пианино. Понимаешь? Ну, купите мне. Да? Ты будешь ходить? Там же бросать нельзя, ты понимаешь? Да. Перевернулся? Нет. Пошли. Я на танцах жду Антоху. Он остался еще с первым классом. Сначала потанцевал со вторым, теперь еще с первым. Стою, слушаю классическую музыку. Ну, не классическую, в смысле живую. Гитариста. Так, Антоха ведет впереди. Ну как тебе, сынок? Я думала, что первая группа будет заниматься, а мы вторые. Нет, сначала второй класс, потом первый класс. Нет, сначала самый старший класс, потом второй, потом первый. Да, ну все нормально получилось? Сейчас репетировали опять танец, когда ты кузнечик, ну, да? Мам, мы 2 числа в 31 школе выступаем этот танец. 2? 4 часа. А, Зая. Да, выступ этого танца в 4 часа. Мы сейчас за Фонькой. А то он тут гостит уже, я не знаю, с когда. Со вчерашнего дня, да? Да. Вчера вечером уехал. Еще ночевал здесь Афоня. Не вечером, а в обед он уехал. Папа привез его вечером. Нет, смотри, папа его привез. Тетя Вера уехала. С Афоней. Угу. Так что он тут долго, да, уже? Надо бы и честь знать. Не, посмотри на меня. Посмотри на маму. Мама уже за тобой соскучилась, сынок. Ты соскучился за мной? Афоня. Пошли покажешь, как ты Зою накрасил. Уже не новый же этот. Уже там можно. Что такое? Смотри. Ты не знаешь, ты хочешь конечно, мандаринку, конечно, хочешь? Конечно, бабушка. Смотри на меня. Зоя, что с тобой? Накрасилась? Пироженки, это что, кондитерская? Да. Давайте, давайте. Вот мы приготовили пельмени. Вот. Я хочу пельмешек бы мне, можно? Да, сейчас мы готовим. Вот у нас тесто. А это Зоя готовит тортики. А это у нас вот тесто. Ребенок у них есть, мама. Какого цвета? А, вон он. А где вы нашли эту подстилку, девушки, Колина? Ну, да. Башка Люба еще пришивала, да? Ага. А ты ложишься на нее? Нет, мы становимся, если хочешь, ты ставь. Не, можно я полежу? Маша, смотри, да мне нужно топтаться. А ну давай. А, да ты не больно носками. Да? А кто становится? Бабушка Инна? А ну да, я тоже. Я тоже становлюсь. Ух ты, как круто. Надо сразу двумя ногами. Колется. А мне не колется. Тебе не колется? Знаете, сколько ложечки сахара? 2. А вот у нас приготовились конфетки. Я приготовила только сейчас. Давай, так, а где меню? Я могу заказывать? А вы можете здесь выбирать, а мы вам дадим... Это кафе, да? Да, Вера, накройте ребёночка. Афонь, накрой ребёночка, укрой его. Мама, готовить из этого... Нет, тема накрывает. Зоя его тем накрыла, чтобы... Она-то только вниз была этими колючками, да? Ну, убери же их, господи, Афонарь. Ты сам наступил на них, сынок? А ты, я говорю, наступил. Ну и как, и стало больно хоть? Из этого теста мы можем взять такие... Вот. Угу. А пиццу мы можем сделать? Да, вот я пиццу делаю. Давай, а где раскатывать? Где ваши скалочки, девочки? А у нас нету. А я вам дарила. У нас нету. Да? Так. Давайте ручками делать. Давайте блинчик сначала сделаем, как из теста. Вот это я могу разломать эту собаку или нет? Да. Аккуратненько, это дедушка есть. А это дедушка? А ну-ка покажи-ка мне свой макияж. Закажи, вот, нет, ты глаза закрой. А вы видите, это красится без этого, без зеркала. Что вам нужно? Красота. Пиццу я не могу делать. Я могу только делать такие варенчики, конфеты. Я сейчас съела маниолу одну. И сколько тут косточек.
Штук 20, наверное, в одной. Это маниола называется? Родня, не маниолу снимай, вот этот шедевр сними, пожалуйста. Иди, посмотри на меня, ну посмотри. Закрой глаза. Какая маниола? 80-е или какие-то значит, голубые? Все под платье. Да, ну-ка давай, покрутись. И губы, и все. А кто ж красил? Сюда иди. Антоша. А, ну вопросов нет тогда. Это наш стилист, Антон Сергеевич. Да, вот точно, стилист все подобрал под платье, подумал, да, что губы... Приятно, когда молодой человек открывает мне двери. Сам вышел, открыл мамочке, да? Да. Сейчас я ворота закрою, хорошо? Ой, как хорошо. Сегодня, конечно, ветерок, прохладно, но все равно тепло на улице. Два дня, блин, смотрю, что нам что-то здесь пришло. И никак не могу... А, вот газетки пришли. И еще... Единая квитанция пришла. Это за мусор приходит. Сижу, у нее готовит нам ужин. Мяско жарит. Да, ты тут нашинковал всего. Морковки, лука. Тут муравьи от Кирюхи убрали. А то он бы сейчас бы их выпустил, да? Муравьишки. Овсянку кусают. Для какие они счастливые. А овсянку что ты сыр принеси? Я их просто из-под навеса занес, украшал. А что ты тут смешного, скажи, мама, видишь? Афонь, покажи, что тебе подарили. Ага. А вот еще и этот зеленый. Ну это как этот там журнал комиксы. Да, вот так. Не нажимается. А как он крутится? А, он крутится, да? Ага, я его нажимаю. А тут еще есть две машинки. Желтый. Тут похож. Давай, какой я тебе тут включила? Вот какой я тебе желтый включила. Приготовьтесь, сейчас поедете. А, ну, хорошо. Да ему этот кубик понравился, он его так хорошо кидает. Все, уже Кирюха спать хочет. Афонечка, ты тоже помогай братикам убирать. А, ты там убираешь? Да, ты вот это выстави, Афонины. Нет, не делаю. Пап, мама сегодня пряники не делает. Как я завтра на работу рада. Что это значит? Ну как тебе, Кирюха? Орёт! Не обманывай. Он-то потом уже разгулялся хорошо. Сейчас домой, уже спать хочешь. Не, повернись, ты кто, черепашка-ниндзя? Кирюш. А где Афоня? Постучи, Афоня!